Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Руководство компании в Кирове вывело на кипрские офшоры 200 миллионов. За незаконные валютные операции будут судить директора и собственника одной из фирм Кирова. Они с использованием недостоверных сведений организовали подготовку формальных документов, которые давали право на получение денег под видом дивидендов. В результате этого на счета организации, зарегистрированной на Кипре, было переведено около 4 миллионов евро. Это более 200 миллионов рублей, рассказали в МВД России по Кировской области. Затем эти деньги были переведены на швейцарские счета другой фирмы, полностью подконтрольной собственнику бизнеса. Было заведено уголовное дело, сейчас оно направлено в прокуратуру Кировской области для утверждения обвинительного заключения. Программа «Экономика». Содержать кировские дороги за 1 миллион рублей будет Гордормострой. Найден подрядчик на содержание улично-дорожной сети города Кирова. На аукцион была подана всего одна заявка, и ее признали соответствующей требованиям, а компания стала победителем. Экономии на торгах при этом не произошло. Контракт, как сообщает портал «Источник онлайн», заключили по начальной цене 997 миллионов. Выполнять работы ГДМС будет в течение года. Летом компании предстоит мыть дороги, очищать прилегающие к бордюру покрытия, а также тротуары от пыли, грязи и мусора, мыть остановочные павильоны, очищать их от объявлений, выкашивать обочины. Зимой чистить дороги, площади, тротуары, подземные и надземные переходы от снега и наледи, рассыпать противогололедные реагенты и так далее. Отмечу, что содержанием областных дорог будет заниматься «Вятавтодор». Эта компания тоже недавно выиграла аукцион. Экономика на 101 FM. Кировская область арендует самолет за 2 миллиона 700 тысяч рублей. Аукцион о поиске компании, которая сможет предоставить услугу, появился на сайте госзакупок. Самолет с экипажем необходим для выполнения лесоавиационных работ. Заказчик – Кировская база авиационной и наземной охраны лесов. Начальная стоимость контракта – 2 миллиона 700 тысяч. За эти деньги экипаж должен отработать около 36 летных часов. То есть стоимость одного часа составляет более 75 тысяч рублей. Полеты победителя аукциона, итоги которого подведут 9 августа, должен будет осуществлять с 23 августа по 1 ноября. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.